Здравствуйте, меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджесты проекта Skyway в домашнем формате. Смотрите сегодня в выпуске. Компания-разработчик Skyway ЗАО «Струнные технологии» стала участником международного конкурса от компании 1С. Делегация студентов Белорусского государственного технологического института посетила производство Skyway. Вышло новое видео с обзором главных преимуществ жесткой трассы в экотехнопарке. Остановимся на этих событиях более подробно. Разработчик Skyway ЗАО «Струнные технологии» стала участником конкурса 1С «Проект года». Событие организовала российская фирма 1С, которая занимается созданием программного обеспечения. Специалисты ЗАО «Струнные технологии» представили на конкурсе проект, который помогает систематизировать информацию о сотрудниках компании. Разработка претендует на звание лучшего проекта в предметной области. Напомним, программное обеспечение фирмы 1С помогло сотрудникам ЗАО «Струнные технологии» создать систему электронного документооборота. Благодаря конкурсу о достижениях компании смогут узнать IT-специалисты из разных стран. В этом году за первое место в конкурсе 1С также соревнуется фонд Сколково, который занимается развитием инноваций в России, логистическая компания DHL, а также Почта России. Вы можете повлиять на победу компании и проголосовать за проект ЗАО «Струнные технологии» по ссылке в описании. Производство Skyway посетили студенты Белорусского государственного технологического института. Это учебное заведение готовит специалистов по 3D-моделированию и композитным материалам. Обе технологии представлены на производстве Skyway. На экскурсии студенты пообщались со специалистами компании и увидели в работе уникальное для Беларуси оборудование. Напомним, что на производстве Skyway установлен токарный станок с ЧПУ фирмы Акума. Это второй подобный станок в Беларуси. После прогулки по производству студенты поделились своими впечатлениями о технологии Skyway и рассказали, что хотели бы пройти учебную практику именно на этом предприятии. Ранее компания ЗАО «Струнные технологии» также сотрудничала с Российским университетом транспорта, Словацким техническим университетом, Британским технологическим институтом Вессекса и другими учебными заведениями. Посмотреть, как прошла экскурсия для студентов, вы можете по ссылке в описании под видео. В новом видео заместитель генерального конструктора по науке ЗАО «Струнные технологии» Сергей Артюшевский рассказал о преимуществах жесткой трассы в экотехнопарке. По словам Сергея, производство трассы Skyway в десятки раз экономичнее, чем строительство автомобильной или железной дороги. Жесткая трасса в экотехнопарке выполнена в стиле конструктивного минимализма. Другими словами, в конструкции нет ничего лишнего. Также Сергей отметил, что действующая трасса слишком короткая для испытаний высокоскоростного транспорта Skyway. Поэтому сегодня идет проработка новой тяжелой трассы длиной 22 км рядом с экотехнопарком, на котором возможно развивать скорость до 500 км в час. Еще больше интересных фактов об этой трассе по ссылке в описании. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи!